Так, надо пойти проверить, что же там складывали мальчишки в чемодан. И смотрю, вещи остались, еще не все положили. Так, дети, чемодан. А, вот лежат. Так, ну где же они? Вот это собраны. Тут же и третьей части не собрано. Второй проверю. Что тут со вторым? То же самое. Ой, мальчишки. Теперь получается, мне надо 4 часа провести в сборах этих чемоданов. Ну просила же. Поедем отдыхать. Соберите чемоданы, как всегда. Ладно, пойду собирать вещи. Ой, еще сколько вещей не положено. Ой, блин, майка уже вся мокрая, ну и грязная. Нужно пойти поменять, Арсений. Пошли майки поменяем. Реально, пошли поменяем, а у меня уже грязная и мокрая. Ну пошли, пошли. Пошли. Так, ну что, буду приступать к складыванию. Самая противная работа. Ну вот, вот так должен быть сложен был Арсений чемодан. Так. Второй. Так, ну все, вроде бы мальчишек сложила чемоданы. Пойду еще в магазин схожу и сложу свой. Ну все, я пошла. Бегали, сейчас нужно переодеться. Да, мокрые все. Я даже не ожидала, что так можно запариться. Саша, возьми мне тоже футболку из шкафа. Хорошо, возьму. Я не поняла, где вся наша одежда? Арсения, где вся наша одежда? Ее нету. Как нету? Куда мы ее могли деть? Ну мы точно ее никуда не могли деть. Сейчас поищем. Вот же она! Сейчас найду свою любимую мальчику. И я свою найду. О, я себе возьму вот эту маечку. Где же моя? А я свою любимую не могу найти. Я вообще ее не нашел. Может, я ее нечаянно выкинул? В моем чемодане тоже ее нету. Видишь, пусто. А, вот она, моя любимая. Ну все, пошли одеваться. Все, красавцы, сухие майки. Пошли дальше на скейтах кататься. Купила все, что нужно. Да, слаживаю чемодан. И можно уже будет завтра спокойно выезжать. А что это, майки валяются? Не поняла. Грязные. Ой, ладно, ванну занесу. Ну пошли покатаемся. Давай, пошли по лужам. Ого-го! А кто же это все сделал? Ах, вот чьи-то майки валялись. Это мальчишки, значит, все сделали. Попросила раз собрать чемоданы, не собрали. Я собрала чемоданы, все их развалили. Не хотите ехать на море? Значит, не поедете. Поговорю с папой и останетесь вы, наверное, с бабушкой. Раз вы так. Так, наверное, поступлю. Ну все. Больше не будете так делать. Thank you.
Че за бардак такой, я не понял. Оксана! Че здесь бардак такой? Почему вещи все вывалены на пол? А-а-а, увидел, да? Вот я по этой теме и хотела с тобой поговорить. Присаживайся на диван. Присаживайся, присаживайся. А сейчас тебе все расскажу. Ну так вот, знаешь, кто это сделал? Наши дорогие дети. Ну, я как бы так и подумал. Я тебе предлагаю, я им как бы еще ничего не говорила. Так а что они развалили все, я не понял. Я не знаю, они, наверное, что-то искали здесь. Я их не видела, они на улице гуляют. Но я так думаю, надо их проучить и оставить их дома с бабушками. И ни на какое море с собой не брать. Как ты так? Да, давно пора их проучить, однозначно. Поддерживаю. Ты понимаешь, я попросила собрать чемодан, они не собрали. Я собрала сама. Прихожу, а тут вот такая картина маслом. Вообще жесть. Ну что, оставляем дома? Все, пусть с бабушками дома будут. Ну все, так и решили. Сюрприз им будет. Да. Пошли. Хорошо. Ух, накатались. А завтра на море. Отдыхать летим. Вот это каникулы, да, Саш, класс? Да. Море, море! Говорите, понравилось на каникулах, да? А, ну у вас ближайшие 10 дней вот будут такие же, как сегодня. У бабушек. Какая бабушка? Ты забыл, что мы завтра на море летим? Мы с мамой и Софией летим. А вы? Нет. Это вам будет урок. За вот эти вот чемоданы это уже крайняя капля. Все. Папа, ты чего? Мы летим завтра. На море. Да, это мы же все покупали и готовили. Мы уже с мамой все решили. Мы летим, а вы нет. Когда научитесь порядку и дисциплине, и отличному поведению, вот тогда. Так что в следующий раз может быть. Свободны. Как так? Из-за каких-то чемоданов не летим. Какую-то одежду достали, потому что маек в шкафу не было. Вот чего, блин? А? Как так? Как жаль, что мы на отдых не попадаем. В городе скучно. Все уезжают к бабушкам. Мы ему туда же, да, Саша? Я придумал! Помнишь, мы... Что ты придумал? Помнишь, мы один раз в багажнике спрятались, когда папа ехал за этими скамейками? Да. И тогда давай сейчас так же сделаем. Давай. Спрячемся в багажнике, до аэропорта доедем, а там они уже нас не вернут домой. Никуда не денутся. Точно возьмут нас. Классная идея, так и сделаем. Так, Оксана, это у нас провинившийся, Софийка с нами, Арсений с Сашей и мой. Саша, Арсений, идите сюда! Все? Вещи свои там, а вам не надо, у бабушки ваши все вещи есть. Обулись, оделись и вперед к бабушке погнали, а мы поехали, все. Хорошо. Хорошо. Арсений, я знаю, где папин запасной ключ лежит от машины. Где? Вот тут. Саша, знаешь, что нам надо еще взять паспорта, а то нас никуда не пустят. Замечательно, мы знаем, где паспорта и где ключи. Сейчас все это возьмем и побежим в машину. А вот тут ключи. Все, побежали в машину прятаться. Все, мам, пап, пока мы пошли к бабушке. Давай, Саша. Хорошо, идите, идите. Пока. Счастливо вам оставаться. Пока. Так, ну что, Софийка, пацаны побежали к бабушке, да? Да. А можно ехать уже, выезжать? Да. Побежали, Саша. В машине. Арсений, тут покрывало есть. Сейчас мы им еще и накроемся. Давай. Тогда нас точно видно не будет. Все, готово, лежи тихо. Алло, мам. Сейчас малые там должны к тебе прийти. Да, встречай. Ну, хорошо, хорошо.
Ну все, последний чемодан. Что, идем в кресло? Давайте, все, и поедем уже. Да, Юля, все нормально, на границе. Сейчас же остановимся, мамке позвоним еще. Так, Оль, может, сразу малым наберем Сашке? Э! Ну-ка, кто там в власти? Саша, ты в машине? Тут я. Офигеть! Арсений где? Ку-ку! Вы границу незаконно пересекли, нас сейчас всех в тюрьму посадят из-за вас. У вас же и паспортов нету. Что мы? Куда мы едем с вами? Это просто жесть. Пап, у нас есть паспорта. Вот они, мы их дома взяли. Да. Арсений, Саша. Ну все, папа, теперь мы точно едем с вами, потому что тебя назад не пропустят с границы. Оксана, это капец просто вообще. Это 10 лет дети вообще прошаренные. Слушай. Ну что, пусть едут с нами. Ну что, Коля, выхода другого нету. Уже пусть едут. Рассели. Ох, эти мальчишки. Ну вы жулики. Решили наказать, и все равно вы нас провели. Ладно, Оксана, я над ними. Отыграюсь я на них. Раз, два, три, четыре, пять. Ребята, а как вы думаете, куда мы летим? Пишите свои комментарии, ставьте лайки. И ждите продолжения. Потому что реально они вот за это. Вот это. Поехали. Вы были на канале Бро Шоу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока. Пока. А мы едем на Дисхай.